Здравствуйте. С бала и вновь на занятия. Чтобы достойно выступить на конкурсе исполнителей классического и современного танца Анна Павлова в Санкт-Петербурге, девочки работали 3 года. На прошлом конкурсе отзывы были не самые лестные, так что маленьким танцовщицам из театра балета «Радуга» пришлось выложиться по полной. Должно быть все синхронно, там ручка в ручку, ножка в ножку, чтобы картинка в целом смотрелась красиво. В танце «Древе» у нас получается танец начинается, мы стоим на стуле, и нам нужно как бы сделать раунд ногой на стуле, и тогда я очень занервничала, у меня прямо затряслась нога, но, к счастью, все прошло хорошо, я как-то потом собралась и получила прямо удовольствие от оставшегося танца. На конкурсе выступили в 2 номинациях – классического и современного танца. Представили «Нежный вальс» и «Русскую» из балета «Лебединое озеро». И стали лауреатами 2-й и 1-й степени – вершина в 30-летней истории существования театра. Конкуренция очень серьезная была, около 600 участников. Этот конкурс считается международным, потому что там были из Баку, из Минска. Москва очень сильная, Санкт-Петербург, естественно, Новосибирск, ну, Киров, безгранично много было участников. Мы, честно, не ожидали такого результата. Не исключено, что на победу вдохновил знаменитый земляк Чайковский. Несмотря на новые тенденции в балете, в «Радуге» держатся классики и танцуют балет так же, как 100 лет назад. И уже в марте победители отправятся, возможно, за новыми наградами в Екатеринбург на конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик». Елена Керн, Илья Дерендяев, новости.